Кстати, узбекские продукты станут доступнее. Такое обещание дал генконсул Узбекистана Юсуп Кабулжанов на встрече с главой Бурятии. По его словам, цены на узбекскую сельхозпродукцию в сибирских регионах завышены, и нужно провести беседу с фермерами. Также дипломат отметил, что выходцы из Узбекистана в Бурятии чувствуют себя очень комфортно, в особенности студенты. Образование очень хорошее дается, они довольны этим образованием. Мы знаем, что в будущем, после окончания вуза, они поедут в Узбекистан. Я сегодня, когда разговаривал, есть в здравоохранении, где работают и учатся студенты, в аграрном хозяйстве. Те специальности, которые Узбекистану очень интересны. Цель визита – прежде всего договориться о сотрудничестве между республиками. Начать решили с экономики. В ближайшее время консульство планирует организовать приезд Алексея Цыденова в Узбекистан на совместный бизнес-форум. В нем примут участие предприниматели обеих сторон.